Всем привет! Вы на канале «Наша жизнь в Америке. New Life, It's My Life». Сегодня у нас небольшое видео распаковка товаров с AliExpress и с Amazon. Это будет одежда. На AliExpress мы заказали майку, а на Amazon заказали худи. Ну, байку, футболку, по-русски говоря. Вот. Значит, зачем это видео и что я хочу в нем показать? Собственно, я хочу поделиться мнением, послушать ваше мнение о том, кто заказывал, может быть, товары на AliExpress, такие как одежду, потому что у нас, наверное, я даже не знаю, это может быть первый опыт заказа майки. Вот, и в общем-то я хочу сказать, что мало того, что и цена такая не очень-то на нее была дешевая, потому что, по-моему, там что в районе $13, это такая цена магазинная или интернет-магазина нормального американского. Просто мы не нашли на другом ресурсе с таким рисунком, как Катаринка хотела. Ей хотелось именно то, что вы увидите. Вот. И, собственно говоря, честно говоря, я, увидев такую цену, ожидал гораздо лучше качества. Но то, что пришло, немножко меня как бы расстроило и в очередной раз подтвердило, что покупать на AliExpress надо очень аккуратно. И, в общем, это, наверное, магазин для каких-то других товаров, но не для одежды, потому что там постоянно нарекания идут на размер. Вот. Нет возможности примерить, нет возможности поменять, как на Amazon, потому что отправка будет за дополнительную сумму. В общем, в результате эта футболка может стать там, блин, в гораздо большие деньги, чем она, скажем так, стоит на самом деле. Поэтому хочу показать, вот что это из себя представляет, и поговорить про Amazon немножко, потому что Amazon в этом плане, конечно, выигрывает. Если ты получаешь качество, которое тебя не устраивает, или размер, который не устраивает, можно отправить назад. Отправка эта будет бесплатная абсолютно. Вот, деньги возвращаются быстро. На AliExpress я сейчас за эту майку борюсь в том плане, что я написал продавцу, что она недостойного качества. И те недостатки, которые вы увидите, я ему указал. И, в общем-то, я ожидаю, что мне вернут какую-то часть денег. И тогда, скажем, эта майка будет того стоить. Если деньги не вернут, то это будет лишнее подтверждение, доказательство тому, что на Али с одеждой делать нечего. Ну, давайте, наверное, посмотрим. Немножко порассуждаем. И вы пишите свои комментарии, что к чему. Может, кто-то сталкивался с заказами, кто как заказывает, кто что получает. Вот. Единственное, что я хочу сказать, что это видео я записываю как бы задом наперед. Майка пришла вчера, Катаринка ее сегодня очень хотела одеть, поэтому я ее вчера снял немножко при искусственном освещении. И, возможно, будет, ну, во-первых, картинка будет разная, потому что начало видео и конец я снимаю сегодня днем, вот, при естественном освещении. Ну, как получилось, так получилось. Я думаю, основные моменты, которые я хотел показать, нам будут понятны. Ну, давайте посмотрим на это произведение искусства в одежде поближе. И выявим все плюсы, минусы, так сказать, недостатки и прочие дела. Значит, на что я хочу обратить ваше внимание сразу. То, что принт расположен не по центру. То есть майка черная, и в принципе это не сильно бросается в глаза. Но вот как вы видите, вот здесь расстояние до края майки и вот здесь, оно не одинаковое. В принципе, когда в целом смотришь на майку, как бы рисунок расположен нормально. Но при ближайшем рассмотрении, при детальном, становится понятно, что он расположен не по центру. Теперь давайте посмотрим на рукава. Если вот этот вот рукав выглядит естественным и нормальным, то вот этот хочется разровнять. А разровнять его не получится, потому что я думал сразу, что он как бы смят, но он не смят, он просто так зашит. Видно, не хватало ткани, и зашили как получилось. Когда Катаринка одевала, это в принципе на ней незаметно, но тем не менее имеет место быть. Так, ну а из хорошего, что я хочу отметить, это то, что вот
Видите, вот эти вот все шовчики, они все двойные, они все очень аккуратные. То есть все как бы отстрочено, как положено. Все швы очень ровненькие, все заметано, все красиво. Но, тем не менее, вот такие вот недостатки есть. Ну, вот эта маечка вот так вот выглядит на Алиэкспрессе. Давайте увеличим. Как вы видите, никакого дополнительного, скажем так, нижнего рисунка, подложки вот этой вот, как на майке, которая пришла, нету. Рисуночек посередине. И качество, конечно, то, которое вот здесь на фотографии, очень сильно отличается от того качества, которое вы видите, то есть в оригинале. И если вот здесь на этой фотографии ткань похожа немножко на ту непонятно синтетическую, которая пришла, да, то вот здесь очень отчетливо видно, что ХБшная маечка, швы, конечно, такие же аккуратные, как и те, которые пришли. Но вот по качеству материала она, конечно, отличается. Вот. Ну и принт, вы видите, здесь в центре, без всякой подложки, четко белые линии, все красиво. Совсем не то, что мы видим на той майке, которая пришла. Поэтому, конечно, будет открыт спор и будет делаться, скорее всего, какой-то возврат денег. Ну вот вы посмотрели, что представляет из себя эта майка. В общем-то, ну, честно говоря, я немножко обескуражен и подрастроен, потому что, ну, полное несоответствие цены и качества. Вот, и как я сказал в начале видео, если сейчас у меня получится пободаться с этим продавцом, и он вернет мне часть денег, там, 50% или, если повезет, то 70%, были такие случаи возвратов в моей практике, то будет очень хорошо, если она обойдется там в какую пятерку. Если, конечно, она будет стоить дороже, то, в общем-то, я не думаю, что мы будем практиковать еще какой-то заказ подобной одежды на Али, потому что, ну, как-то, в общем-то, я немножко подрастроен. Я вот сейчас пока записывал, вспомнил, мы заказывали там еще тапочки такие вот, ну, скажем, пляжные, для бассейна, для плавания, для ходьбы по пляжу. Вот. Тоже заказывали на Али и заказывали на Амазоне. Так вот, на Али я заказывал их где-то за $1.50, на Амазоне за $4.50. В результате те, которые заказывал на Амазоне, им уже сноса нету, они года два уже носятся. А те, которые заказывал на Али детям, они развалились буквально за 2 недели поездки в Palm Springs. Вот. Так что, честно говоря, ну, Али это такой, по моему мнению, ресурс, на котором надо заказывать очень осторожно и понимать, что если ты там заказываешь, то не ожидать высокого, ну, трудно ожидать высокого качества. Сейчас мы посмотрим байку с Амазона, ну и пишите ваши комментарии. Ну вот, давайте смотреть то, что мы получили с Амазон. Значит, это вот такая вот худи. Мы покупали ее для Сашки. Он захотел ее себе для того, чтобы быть на параде в школе, на Хэллоуин параде, чтобы быть радугой. Вот я развернул, значит, рукава, чтобы показать вам качество. Качество очень хорошее. Очень хорошо все обметано. Строчечки ровные, никаких лишних ниток, нигде ничего не болтается. Есть вот такая вот подкладочка. Но она синтетическая. Вот. И вся кофта очень-очень синтетическая. Тут 100% какая-то синтетика. Какая, сказать не могу. Потому что... Сейчас я посмотрю бирочку. Так, вот есть небольшая бирочка, но
Катон, спандекс. Короче, катона тут, я думаю, что рядом нету. Тут, наверное, сплошной спандекс. В общем, синтетика 100%. Вот, значит, что у нас получилось с этой футболочкой? Ну, вот вы ее видите. Видите, как капюшончик сделан. И горлышко. Вот это вот первый неудобный момент, потому что она очень неудобно одевается. Вот, так, значит, у нее есть вот такой вот кармашек. Ну, рукавчик качества я вам показал. И сзади вот такой вот этот принт. Вот, собственно, это байка. Вот вы видите две эти футболочки, которые мы заказывали на Амазоне. Так, давайте вот, это была первая, которая пришла. Вот эта футболочка. Выглядит она, в принципе, в оригинале так же, как и на рисунке. Вот эта таблица размеров. Мы взяли первую М-ку, но она нам не подошла. Мы взяли L-ку, и она, в общем, практически не отличалась по размеру. Вот. Ну, благо, ее можно быстро поменять. Без всяких вопросов за нее делается возврат. И, собственно, вот то, чем я хотел с вами поделиться. Ну вот, собственно, и все. Пишите ваши комментарии. Делитесь, какие вы делали покупки на Али или на Амазоне. Может быть, у кого-то был другой опыт, более интересный. И более кто-то остался из вас доволен. Будет интересно услышать ваше мнение. Вот, или, может быть, вы можете посоветовать какие-то магазины, у которых есть большой ассортимент и есть что заказать. Ну, я, к сожалению, не могу рекомендовать ни магазин этот с Амазона, потому что хоть она и нормальная, но я считаю, что она немножко и дороговатая, и все-таки тоже качество страдает. Вот. И тем более не могу рекомендовать вот эту вот, этот магазин с AliExpress. Вот такой вот маленький обзор. Вы были на канале «Наша жизнь в Америке», «New Life is My Life». Надеюсь, что кому-то это было интересно и поможет сделать правильный выбор при заказе одежды на Алиэкспрессе или на Амазоне. Пишите ваши комментарии, подписывайтесь, не забудьте поставить колокольчик, чтобы не пропустить новое видео, и увидимся в интернете. Bye-bye.